почалося з того, що на Миколаївщину приїхав фестиваль. Третій міжнародний фестиваль дитячої кінотеатральної творчості «Золотий ключик». Деяка частина заходів фестивалю проводилася у місті Коблево, деяка частина у Миколаєві, а саме на території Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Справа в тому, що разом із фестивалем на Миколаївщину приїхали зірки кіно, телеекрану, а також зірки театральної сцени. Хто саме до нас приїхав і що це за фестиваль, дізнаємося від продюсера фестивалю Олександра Махотіна. Олександр Махотін, продюсер фестивалю «Золотий ключик». Олександре, скажіть, що це за фестиваль, у чому його особливість, у чому його філософія? Це фестиваль дитячого творчества по направленню кіно, театру і телевидения. Тому що це родственні такі види искусства, і как бы на одной такой творческой платформе и дети уже выбирают, кто ближе, кому телевидение, кому театр, кому кино. И могут и переходить с одного направления в другое, у нас, как говорится, все открыто. Поэтому мы готовим в каждой этой теме, хотим, чтобы у нас была своя киностудия «Золотой ключик», свои театры и свое телевидение. И там дети, которые у нас участвуют, показывают себя, свои таланты актерского мастерства, вот, хореографии, музыкального. И мы уже будем ставить для них фильмы, спектакли, мюзиклы. Ну и телевидение, конечно. Вот мы разработали проект, и мы хотим в Николаеве сделать первый пилот телевидения «Золотой ключик ТВ». Это пока интернет-телевидение, у нас есть интернет-платформа, на которую мы будем все эти передачи потом ставить и выпускать, как говорится, наше поле «Золотого ключика». И начнем с Николаева и попробуем все это здесь сделать, телешколу такую. И вот все вместе будем делать хорошее дело. Говорите про дитяче телебачення у Миколаєві. А чи не спадало на думку зробити дитячий театр? Вот смотрите, направление театра, как раз вот дитячий театр «Золотий ключик». Вот, ну, мы просто не успеваем сейчас, вот фестиваль сильно напряжен, очень много мероприятий, даже некогда пообщаться, подумать, сесть, но это будет отдельный разговор, потому что тут на ходу не сделаешь, тут надо делать такой вот подготовительный процесс, потом творческий. У нас, допустим, в Израиле вот Ирина Джамаль, она была постановщиком мюзикла сейчас. И им тоже интересно увидеть, что мы можем сделать. У нас тоже есть мюзикл, сценарий сейчас уже написан практически. «Принцесса пионов», это Лена Каретник. Там интересный очень сюжет, и не знаю, мы сейчас не успеем. Вот в Скадовске мы хотим делать кинолагерь, чтобы во время обучения уже дети снимались, и спектакли какие-то маленькие, миниатюры, и передачи телевизионные уже начинать. Это интересный творческий процесс. Тобто на фестивалі напрям кіноіндустрії розкритий набагато ширше, аніж театральний напрям. І я так розумію, що все ж таки у театрального напряму перспективи є. Тим більше, якщо говорити про співпрацю Миколаївщини і фестивалю «Золотий ключик». А що ви думаєте про те, що можливо наступного разу приїхати до Миколаєва і, наприклад, на базі Миколаївського російського театру зробити такий маленький дитячий театр, поставити той самий мюзикл, про який ви говорите. Тим більше, що є добра база, є облаштована матеріально, і є професійні режисери, професійні актори, які могли б допомагати у постановці. Ми тільки за. Це взагалі отлично. Це знімає багато якихось проблем. Я ж побачив, з ким ми працюємо. Це ж група професіоналів, які увлечені своїм ділом. І чому ні? Ми прийняли. Приймаємо пропозиції. Це дуже добре і дуже приємно нам, що такий фестиваль приїхав до нашого міста і до нашого Миколаївського російського театру. Тим більше, що ви привезли із собою дуже багато зірок, які читають майстер-класи для дітей, які спілкуються із миколаївцями у рамках творчих зустрічей. Скажіть,
Хто разом із фестивалем приїхав до Миколаївщини? У нас вообще председатель художественной коллегии Лариса Кадочникова. Но у нее там идет подготовка такая плотная к спектаклю, она там играет там одну из главных ролей или главную роль. Поэтому она говорит, я физически не могу, она всегда с нами. Она активно как бы участвует в нашем процессе, ей это нравится. А вот Татьяна Цымбал сумела выкроить несколько дней. Владимир Быстряков вместе с Ольгой Быстряковой, Вилорий Пащенко. Мы его пригласили сюда, чтобы он хотел, как земляк, сюда приехать. Рассказать о своей жизни, о своей творчестве, о съемках фильмов «Войдут одни старики». Борис Барский, я с ним дружу, ну, тоже много лет. Он очень доволен остался. Говорит, Саша, вообще, такой фестиваль, я с вами. Он раздал свои книжки и ждет, чтобы дети участвовали в конкурсе. Я, короче, звоните, пишите, я приеду на следующий ключик. И тут же рядом. И почему в Одессе, допустим, там вот эта вот тема юмористического, киношного, такого творческого процесса, она давно, там свои истоки. А здесь поле не меньше, здесь я вижу очень много интересных людей, и по детям видно, насколько здесь богата талантами земля, и люди открытые. Мне кажется, здесь можно сделать хорошую такую вот творческую перспективу. Вчора відбулася у рамках фестивалю «Золотий ключик» і у рамках першого літнього театрального сезону Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру зустріч миколаївців із зірками, які готові були поспілкуватися із нашими глядачами. Отже, давайте трішечки подивимося, як це вчора відбувалося. Я безумно люблю эту землю. Мне кажется, что лучшей земли на земле вообще не существует. Я скажу такими словами. Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди день, коли мене родила мати. Для життя, для щастя, для біди. День, коли мої маленькі губи вперше груди мамині знайшли. День, що мене ніжно приголубив ласкою проміння і земли. Як мені даровано багато, скільки у мене щастя, чорт візьми, на землі жити і страждати, жити і любити поміж людьми. Я всегда считал, что хорошее притягивает к себе хорошее, а плохое отталкивается и не прилипает. И мне очень нравится находиться здесь среди вас, потому что вы хорошие, а то, что я хороший, я давно знаю. Мы уже, наверное, немножко прилипли друг к другу. Я пишу стихотворение, я хотел вам рассказать, но уже дело меня коснулось, я о себе скажу. Стихотворение такое. Я полуклоун и поэт наполовину, но вот одно я осознал уже давно. Я словно мухами засратая картина, и не говно, но и не полотно. Ну и тогда еще несколько хочется добрых, хороших слов сказать о женщинах, потому что великий наш земляк Вильям Шекспир говорил, без женщин жить нельзя на свете ни с кем. Я лирическое стихотворение прочитаю, серьезно. Возможно, мир перевернулся, был так устойчив, а возможно, я неожиданно проснулся. В каком-то сумраке тревожном, и звезд мерцание спугнул, и в комнате, где раньше не был, чем ближе подходил к окну, тем больше открывалось небо. И эйфория, летя в запой, я пьян тобой, я запойный, я переполненный тобой, не знаю слов тебя достойных, смотрю, дышу, боготворю, горю, всего не перечесть. А главное, благодарю тебя за то лишь, что ты есть. Была соседка Клава, 20 веселых лет, тетки ахали шалава. Мужики смотрели вслед на права подсобной силы. Мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила застегнуть чего-нибудь. И, конечно, я старался, а в глазах стоял туман, и в тумане я качался, как дважды
И смеялась Клава звонко, что ли ты уснул бородом и горел. Наши ядовые золотисты за бетон. Еду за окном, снова за бортом, вдаль плывет мое детство. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, я твой адмирал Нельсон. Как она ждала, как она звала, как она пила виски. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, ты была в моей жизни. Где-то за окном, словно за бортом, вдаль плывет мое детство. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, я твой адмирал Нельсон. Как она ждала, как она звала, как она пила виски. Верни меня на круги своя, детство моё пристань. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, ты опять совсем близко. Как она ждала, как она звала, как она пила виски. Леди Гамильтон, о, леди Гамильтон, ты была в моей жизни. Ты была в моей жизни, ты была в моей жизни. Володимир Юрійович Бистряков, заслужений артист України, також приїхав до нашого міста в рамках фестивалю «Золотий ключик». Володимире Юрійовичу, скажіть, як вам Миколаїв і як вам Миколаївщина? Адже ви поселилися у Коблево. Ви знаєте, я майже на всіх бував в фестивалях «Золотий ключик». И впервые я почувствовал себя вот как дома, потому что настолько, во-первых, было все хорошо организовано, потом такой красивый интерьер, это замечательный театр ваш, вот этот дворик, он настолько располагает к общению, настолько располагает к тому, что вот дети делятся искусством своим, то, что они подготовили, мы делимся искусством, как члены жюри. Так что в этом плане это явилось для меня такой приятной очень неожиданностью. Вы знаете, я скажу честно, что немножко подустал. В течение месяца у меня было три фестиваля. В Турции был, в Алании фестиваль кино, потом был фестиваль в Харькове детского творчества. И сейчас подряд буквально вот три фестиваля. Я уже немножко устал от этих всех селфи, от этих всех обязательных групповых фото. Но, вы знаете, все это покрывает с лихвой то, что замечательная атмосфера, замечательный ваш город, чистый, уютный, ухоженный. Вот то, что мы живем в Коблево, даже очень хорошо. Мы проветриваемся, пока едем сюда на мероприятия, на концерты. И я считаю, что это очень хорошее начало для того, чтобы Николай всегда принимал детей, принимал всегда фестиваль «Золотой ключик». Я лично буду обеими руками голосовать «за». Які враження від дитячих робіт, які були цього разу представлені на фестивалю? Чи були такі, які запам'яталися найбільше і вразили у саме серце? Ви знаєте, в этот раз он, этот фестиваль прошел с таким ярко выраженным чтецким уклоном. Было достаточно мало участников вокального конкурса, и было несколько, и не самые, скажу, лучшие. Было несколько участников этого самого конкурса балетного, хореографического, а вот чтецы, конечно, порадовали. Их было, наверное, человек 50, и все, начиная с самых маленьких малявочек и заканчивая взрослыми людьми, уже, так сказать, 18-19 лет, запомнилась девочка, которая читала антивоенные стихи собственные, авторские, очень, очень здорово, очень написано, так говорится, жестко так написано, честно. Вот, понравились дуэты, когда выходили вот по две, значит, по две самых юных, значит, участницы, и они так это все делали. Знаете, вот я вам скажу честно, я когда слушаю, да, чтецов или певцов, я особенно вот в детском варианте, я всегда смотрю в глаза. Потому что иногда бывает так, что ребенок заучил стихотворение, ему поставили интонацию, все. Он так смотрит глазками и читает, и говорит, что-то вот такое рассказывает. И даже очень профессионально, глазки в одну сторону, вот так вот не уперлись в одну точку. И сразу видно, что ребенок наученный, натасканный, кажется. А когда работает все тельце, когда работает организм весь, когда работают глаза, когда у них мимика, жестикуляция, это настолько
артистичной, чувствуешь, что в ребенке просто проснулся настоящий артист, и она способна перевоплощаться. Эта маленькая кроха способна перевоплощаться в того героя, которого она представляет. Это здорово. Поэтому у нас столько было много оценок, десятки с плюсом. Я даже удивился, это было 20 или 30 из 50 оценок, десятки с плюсом. Я в этом плане очень такой, будем говорить, прискипливый, да? Вот, член жюри, и я бы не пропустил какой-нибудь, если было слабое, я бы не сказал, ну что делать. Слабое, идите готовьтесь дальше. Но когда с восторгом оцениваешь вот эти самые все работы, это просто блеск. Это дополнение к тому, что я сказал, потому что одно из основных вот видов того удовольствия, да, ты получаешь как зритель просто, когда слышишь этих самых маленьких. Я думаю, что кто-то из них даже станет профессиональным артистом. Як показали себе чітці з Миколаївщини? Очень хорошо показали. Очень показали чтецы из Николаева и показали чтецы из Мариуполя. Вот два города, которые представили собой очень сильные чтецкие школы. Конечно, я понимаю, что это прежде всего этот труд профессионалов, значит, педагогов, которые сумели в ребенке раскрыть. Не просто научить, там, чтобы они с такими заученными жестами что-то сопровождали. Это всегда видно сразу. Сразу видно, если ребенок естественен, если ребенок искренен в этом все. Или он просто заучен, научен, да? Знаете, как маленькие роботы, да? Вот это две школы. Это Николаевская и это школа из Мариуполя. Причем в Николаевской школе мне понравилось то, что взрослые очень хорошо читали. Очень хорошо. Девочка, которая пришла к Ахматову, просто нам запомнилась просто так вот, как одна из лидеров. Вы знаете, у нас тут нет первых мест и нет у нас... У нас есть гран-при. У нас есть гран-при, которое получила девочка, уже участвовавшая в этом фестивале. Просто она покорила всех. Во-первых, длиной текста, был длинный текст из «Волшебника изумрудного города», но она настолько перевоплощалась в эти персонажи, что далеко не каждый взрослый профессиональный актер может так перевоплотиться. Вот первое. И потом, значит, мне понравились, конечно, взрослые участники вот, команды, Николаевской команды. Это действительно, это будущие артисты, это люди, которые вот через себя переплавляют весь этот самый материал стихотворный, не просто читают стихи, не просто они как-то, они находятся в образе, они просто как-то вот владеют залом, шаманят, будем так говорить. Очень интересно. Таке питання, що для себе особисто знаходите під час спілкування із малечою на отаких фестивалях? Вы знаете, кроме того, что они вдохновляют нас просто, вдохновляют нас на творчество. Потому что когда видишь, когда рядом такие малютки творят и создают образ сценический, то как-то даже стыдно опускать свою планку, и ты повышаешь как-то свой, так сказать, свой творческий уровень. Это одно. А потом, знаете, я иногда беру какие-то там координаты, допустим, на у кого-то, и потом с тем, чтобы посоветовать кого-то из них, кинорежиссеру, допустим. Потому что я знаю, у нас кастинги проходят непрерывно, а здесь просто кладезь таких талантов юных, понимаете? Тобто фестиваль відкриває перспективи для малечі з тим, щоб потім можна було зніматися або у кіно, або у рекламі. Скажіть, як вам відпочивається на Миколаївщині? Як ви працюєте тут, воно зрозуміло. А як відпочивається? А відпочивається хорошо, тому що у нас кожен день концерти, кожен день зустрічі у нас з отдыхающими, з трудящимися Николаївської області. Ви знаєте, і нас дуже хорошо приймають, дуже хорошо. От у нас був такий творчий вечір, і ми вибирали зробити його либо на відкритому воздухі, прямо на пляжі, допустим, да? Щоб винесли подіум, або зробити в закритому поміщенні. Вибрали такий відкритий варіант, і ви знаєте, винесли подіум, і те, що навіть море бушувало, воно не змогло перебити вот ці аплодисменти. Этот восторг, который, так сказать, мы подарили жителям Коблева и отдыхающим в Коблево. Конечно, жалко, что мы не живем здесь в Николаеве, но хотя здесь тоже были концерты. И у нас был здесь и концерт такой сборный вчера был в такой формате театральной гостиной. И пришли люди уважаемые достаточно, и пришли люди, говорят, посадовцы, значит, которые, значит, опекаются культурой в Николаеве. Я чувствую, что у них дела идут хорошо. И знаете, вот наличие вот этого самого театра, вот этого, да, театр русской драмы, он как бы обязывает людей к тому, чтобы культуру не понижать, уровень культуры, чтобы уровень культуры оставался на том же уровне, вот как завещали нам великие мастера прошлого, которые здесь играли на этой сцене. Дуже дякуємо за бесіду і до нової зустрічі на Миколаївщині.
За кілька хвилин на сцені Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру розпочнеться гала-концерт фестивалю «Золотий ключик». А поки ще не розпочалося це дійство, запитаємо у Артема Олександровича Свистуна, директора художнього керівника Миколаївського російського театру, про те, які же ще плани на перший літній театральний сезон. Спасибо, Марина. Ну, прежде всего, мы увидели, что лето мы начали с Дня защиты детей, с детских спектаклей, и это продолжится цикл спектаклей в субботу для детской аудитории. Будут показаны лучшие наши детские работы. Это «День рождения кота Леопольда», «Мальчик Митя и правила дорожного движения». И что хочу отметить, это будет целое событие. Сотрудники полиции представят свои автотранспорты. Это будет небольшое интерактивное общение перед началом показа спектакля. Это будут такие вот интересные перформансы, происходящие в нашем летнем театральном дворе. Станет уже продолжением доброй традиции проведения концертных вечеров совместно Русского драматического театра и Николаевской областной филармонии. Это перформанс джаз Владимира Алексеева, который вот буквально вот в воскресенье, завтра у нас продолжится следующее выступление, и это будут целые вечера музыкальной джазовой музыки. И сальса, вечера сальса для любителей потанцевать и проведить такие интересные, необычные мероприятия. Но хотелось бы еще отметить, что в конце июня для жителей нашего города Николаева состоится вторая международная летняя театральная школа «Театрон». Приедут представители нескольких стран Евросоюза и будут показаны интересные экспериментальные работы прямо в летнем дворике в экспериментальных условиях. Также представлен будет наш Николаевский академический художественный русский драматический театр. И наши артисты могут окунуться в атмосферу действительно театральной, театрального бомонда, театральной школы, театрального учения. И завершением этого цикла 1 июля будет премьера нашего нового музыкального проекта, посвященного 80-летию Николаевской области. Это очередная премьера нашего театра «Крис минула в мои буття». Также все летнее время будут проходить, продолжаются выступления творческих коллективов, проведение интересных работ. И я думаю, что жители города могут следить за нашей афишей и смотреть, что на протяжении всего лета можно прийти в летний театральный дворик за мороженым, чашкой чая, посмотреть и окунуться в мир, прекрасный мир театра. Що ж, мабуть, я не помилюся, якщо скажу, що літній театральний дворик Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, принаймні, цього літа став справжнім міським арт-центром. Сюди приїжджають зірки з усієї України, сюди приїжджають зірки з-за кордону і будуть приїздити. Що ж, запрошуємо миколаївців і гостей міста до театрального дворику Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. А зараз подивимось, чим завершується фестиваль «Золотий ключик». Шановні друзі, як приємно, що сьогодні починається нова історія України, коли відкриваються не просто кордони, відкриваються серця, емоції, зустрічаються люди. І просимо ми всі одного – миру всім нам, злагоди і порозуміння!